В наш город возвращаются уникальные книги, вывезенные в Германию в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в Калининграде директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева приняла участие в церемонии передачи реликвий. Это 7 книг 18 века, самой ранней из которых является «Минея служебная» 1713 года. Она передана Новгородскому музею Берлинской библиотекой. 6 остальных возвращены частными лицами, вероятнее всего, потомками немецких солдат и офицеров, вывозивших культурные ценности в качестве трофеев из оккупированного Новгорода. На всех экземплярах сохранился штамп Новгородской научной библиотеки. В одной книге есть закладка на 58-й странице, если не ошибаюсь, закладка с уголком газеты немецкой, датированной 28 октября 1941 года. И вот это частное лицо, вернувшее эти книги, она знает и говорила о воспоминаниях своего отца, который и привез эти книги как трофей из Новгорода. После возвращения исторические издания отправятся на реставрацию, а затем пополнят экспозицию Новгородского музея-заповедника.